könnte denn das nämlich vielleicht nochmal. Okay, und es geht voran. Ich übergebe das Mikro an Lola Voronina. An Lola Voronina von der PPI zu Ehren eines historischen Tages heute. Fellow pirates, first of all, I would like to say thank you. Thank you not only for inviting me here today, thank you for all the hard work that you've done. The results you have shown in the last elections are tremendous. It is you, your work, and the fame of Piraten Partai that made it possible today. You made it possible for Pirate Party of Russia to have their official founding today. It took us more than a year to obtain our name, to obtain our right to call ourselves pirates. Woo! And now I'm going to make a call to Moscow, Russia, so we can greet the pirates there. Да, в принципе, да. Лола, приятно. Слышно? Не, нормально. Фонит только почему-то страшно. Да. Алло. О, мы тебя слышим. Мы вас не видим. А где нас смотрят? Мы вас видим. Вот так, да. Ты включил камеру? Ну, свою камеру. Так, разверни нас. Слушайте, ну, что мы очень рады вас сказать? Видеть, у нас сегодня большое событие. Wir Ты haben heute ein großes Ereignis. У нас сегодня собралось почти 100 пиратов со всей России, от Владивостока до Калининграда. Heute haben sich fast 100 Piraten aus ganz Russland hier versammelt. Это мы смотрим и следим за вашей деятельностью, как вы просто берете на абордаж один за другим парламенты. Wir verfolgen euren Weg und eure Erfolge, wie ihr von einem Parlament ins nächste einzieht. У нас до сегодняшнего дня не было такой возможности, потому что нас спутали с морскими пиратами. Bis zum heutigen Tag hatten wir diese Möglichkeit nicht, man hat uns unser Recht verwehrt. Вот, но завтра мы будем вынуждены устроить съезд ПСС по очень жестким законам. Morgen werden wir eine Versammlung nach sehr strengen Regeln abhalten müssen.
Но мы это сделаем, а после этого будем все-таки самими собой пиратами. Wir werden das machen und danach werden wir auch eine vollständige Piratenpartei sein. Поздравляем вас с тем, что вы прошли в парламент Северной Рейн-Вестфалии. Не слышно? Повтори еще раз, пожалуйста, предложение. Поздравляем вас с победой! Wir gratulieren euch, wir gratulieren dem ersten Vorsitzenden NRW, wir gratulieren euch zum Einzug in das Landesparlament. Я из публики слышу, дорогие пираты России, я из публики слышу, мы вас очень поздравляем с вашим сегодняшним успехом. А сейчас, дорогие российские пираты, вас хочет поздравить лидер фракции пиратов в парламенте Северной Рейн-Вестфалии Йоахим Пол. Сейчас стоит за мной. Здравствуйте, господине! Ihr seid Russlands Hoffnung auf mehr Demokratie. Wir sind bei euch. Он сказал, вы надежда России на больше демократии, мы всегда с вами. Auf dass eure Gründungsversammlung morgen lupenrein über den Tisch geht und Russland Zeit für eine lupenreine Demokratie à la Piratenpartei und nicht à la Putin bekommt. Создался без проблем, и чтобы у России была чистейшая демократия по принципу пиратов, а не по принципу Путина. Eins nicht vergessen. Wir, ihr in Russland, wir hier in Deutschland und das Schulmädchen in Argentinien, wir sind das Netz. И одно... Об одном никогда не забудьте. Вы там в России, мы здесь в Германии, любая аргентинская девочка, мы все сеть. Окей, возвращаемся к работе. Алло, привет. Привет. Привет всем. Ну что, вы продолжаете работу съезда? У нас просто осталось на самом деле очень мало времени. Мы еще хотим уйти по Пулав. Мы идем в плавание чуть позже, сегодня в ночь, по Москве-реке. Пару слов, может быть, о нас. Успехов! Спасибо! Und andere. Wir auch wünschen viele große Erfolge. Спасибо. Давайте попрощаемся с нашими друзьями. Thank you.